Тебе кофе долить еще? Представляешь, по привычке на всех приготовила завтрак. А Ксюша где? Она что, дома не ночевала? Она у подружки осталась. Ты представляешь, Миш, Ксюшу, этот летчик ее бросил. Миш, знаешь, я тебя хотела кое о чем попросить. У меня есть пациентка-сердечница. У нее сын учится в лицее, и надо заплатить за обучение, а денег нет. Вчера заказчик проект принял, расплатился, возьми сколько нужно. Правда? Слушай, как здорово, я тебя поздравляю. Они обязательно вернут. Все, я побежала. Мишка, ты золото. Вот, витамины. Люд, ну зачем? Ну я все куплю сама. Мне там что-то прописали уже. Ты видела, какая ты бледная? Голова кружится? Давление давно мерила? Да со мной все в порядке. У Вити мама умерла. Ужас. Передай ему мои соболезнования. И знаешь что? На всякий случай, валидол. Свет, скажи ему про ребенка. Я понимаю, что сейчас не время, но это его сильно поддержит. Жизнь же продолжается. На, поешь мои фирменные блины. Какие планы? Курсы стюардесс, как я понимаю, теперь не актуальны. Да. Наверное, попрошу, чтобы деньги вернули. Это, конечно, не помешает. А вот как теперь с институтом быть, не понимаю. Дед, спасибо, что ты меня вытащил из полиции и родителям ничего не рассказал. Но в архитектурный я не вернусь. А чем же будешь заниматься? У человека должна быть по жизни какая-то цель. Ну, чего ты хочешь? Ничего. У меня нет цели. Так не бывает. Просто ты себя плохо знаешь. Ты знаешь, я тут на твою страничку в соцсетях зашел. Надеюсь, фотки лайкнул. Эти ваши бездушные лайки не признаю, профанация. Я там стихи прочитал, твои? Ой, да. Забыла удалить. Давно пишешь? Да лет 16. Так, просто рифмую. Ничего особенного. Полный бред. Есть еще что-нибудь? Пришли мне на почту. Да. Привет, как дела? Да, Людмила. У нас все в порядке. Мне только что из клиники позвонили. Послезавтра вас ждут. Анализы ваши я им перешлю. Так. Уже послезавтра? Не волнуйтесь. Я приеду вас навестить. Да у тебя своих пациентов хватает. Вы тоже мой пациент. Удачи вам. Спасибо. Дед, ты что, чем-то болен? Да, ерунда. Ты давай, поешь. И знаешь что, внучка моя дорогая, поедем покатаемся. Я тебе покажу,
свою Москву. Вот, возьмите. Да что вы, Людмила Александровна, я не возьму, уберите. Нина Ивановна, я настаиваю. Это не для вас, это для Ярослава. Людмила Александровна, Ярик, ну ты что скажешь, мне неудобно. Людмила Александровна, я отдам. Честное слово, отдам. Закончу колледж, пойду работать и отдам. Ярик, я прекрасно знаю, что ты обязательно отдашь, когда сможешь. Ты, главное, маму береги. Спасибо огромное. Людмила Александровна, вы столько для нас делаете. Лучше расскажи, чем дело закончилось в колледже. Это сын бухгалтерши оказался, Игорь. Мы с ним как-то зацепились, почти до драки дошло. Нарочно такую же одежду, как у меня, одел, он сам во всем признался. Хотите чаю, Ярик? Нет, я опаздываю, у меня еще сегодня 8 вызовов. Не болейте, выздоравливайте. Спасибо, пока. Спасибо вам большое. Добрый день. Добрый. Разрешите войти? Я не вызывал полицию. А я по личной инициативе. Можно? Прошу. Владислав Сергеевич. Да, чем обязан? У меня к вам личная просьба. Вот ваше заявление. На его рассмотрение уйдет от 2 до 3 месяцев. И что? Компенсацию за разбитое стекло вы сможете получить только после окончания судебного процесса. А что мне все это время пешком ходить, что ли? Давайте сделаем так. Никакого хулиганства не было. Страховая компания выплатит вам ваши деньги. А оформим, как будто кирпич упал на стекло, с кем не бывает. Не понял. Заявление вы заберете. На вас надавили, что ли? Это дед знаменитый этот. Слушай, а молодая девчонка глупая еще. Ну надо же, какой добрый полицейский попался. Ну уж нет, дядя, пускай все будет по закону. Ты понимаешь, что и срок могут впаять? Отлично, урок будет. Ты еще мужик или как, а? Сначала, значит, охмурил девчонку, теперь вот так, да? А ты что, из полиции нравов, что ли? А может, ты втюрился в нее? Послушай меня, я тебе не советую туда лезть. Не отвяжешься потом. Я тебя по-человечески сейчас прошу. Это я тебя прошу по-человечески. Пошел вон отсюда, сейчас же. Вот так, да? Ну, мужик сам напросился. Применение насилия в отношении представителя власти от 3 до 5 лет. Статья 318 Уголовного кодекса. Подумай над этим. О чем? Это мой ребенок. Миш, это мой ребенок. И мое решение его оставить. И от тебя мне ничего не нужно. Значит, все-таки мой. Миш, я скоро переезжаю. Мы не будем видеться. И Людмиле я, естественно, ничего о нас не скажу.
Здравствуйте. Вы доктор? Да. Проходите, пожалуйста. Спасибо. А мне кажется, здесь раньше жил Виктор Петрович. Да? Да, это мой отец. Только он переехал на Дальний Восток, а нам с мужем квартиру оставил. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Людмила Александровна. Я Евгения. Можно просто Женя. Хорошо. Ну, а кто больной? Пап, пойдемте. Здравствуйте. Здрасте. Это мой муж Гена. Он гимнаст. Был гимнастом. Стал балластом. Вы знаете, Гена простудился, и я боюсь, как бы это воспаление легких не было. Сейчас мы вас послушаем. Так. Температура была? Вчера была 38,2, сегодня не было. Я боюсь, как бы повторно не поднялась. Хорошо, сейчас посмотрим. Давайте, снимите майку. Отлично. Давно кашляет? Уже как неделю. Неделю, да. Хорошо. Ну, знаете, таблетки не давали? Нет. Покашляйте. Так. Ну что, хрипов вроде нет. Карточку давайте я в регистратуру сама отнесу. Спасибо большое. Чтобы вы лишний раз не бегали. Я вам выпишу витамины для повышения иммунитета. Вы знаете, Людмила Александровна, Гена раньше никогда не болел. Это все случилось после травмы на чемпионате мира. А что за травма? Позвоночник. Множественные переломы. Вы знаете, мы уже 3 операции перенесли. Мы были и в России, и за рубежом. И, конечно, после этих операций организм очень сильно ослаб. Все, больше никаких операций. Толку от них. Знаете что, Геннадий? Никогда нельзя сдаваться. Рад тебя видеть. Да, тебе не дозвонишься. Ну, извини, в Китае был на симпозиуме. Ну, а ты как? Дай угадаю. Ты приняла мое предложение по поводу работы, так? Нет, не угадал. Я хотела тебя попросить. У меня есть один пациент. 25 лет, гимнаст. Травма позвоночника. Сейчас, подожди. Вот. Вот диагноз. 3 операции? Угу. Врачам уже не верят. Я подумала, что тебя может это заинтересовать. Что я могу сказать? Профиль наш, хотя время уже упущено, если бы он сразу к нам попал. Ну, сразу же он уже не попал. Возьмешь? Ты же знаешь, нет ничего хуже, чем исправлять ошибки своих коллег. Значит, не возьмешь. Ты что, ему уже пообещала? Да ничего я никому не пообещала. Ну, зачем людей обнадеживать? Ну, ладно, вези. Свет, вот. Зачем ты это принес? Ты что, хочешь, чтобы я избавилась от тебя? Нет. Я буду помогать и тебе, и ребенку. В конце концов, это мой долг. Иначе я буду чувствовать себя подлецом. Про мои чувства ты не подумал? Подумал. Поэтому я здесь. Я прекрасно понимаю, что это наша общая проблема. Мишка, это не проблема. Это ребенок. Не надо геройствовать, Свет. И злиться на меня тоже не надо. Да я не злюсь, Миш, я счастлива. Я не знаю, может быть, ты меня ненавидишь, но я тебя еще сильнее люблю. Свет. Я больше всего на свете хочу быть с тобой, но я понимаю, что это невозможно, потому что ты муж моей подруги, которую я тоже очень люблю. Мы оба виноваты с тобой перед Людой. Уехать бы уже, поскорее бы уехать, чтобы не видеть ни тебя, ни ее, и не потому, что я так хочу, а потому, что по-другому никак.
смешалось. И боль, и стыд, и счастье, и дикое чувство вины перед Людкой. Но ведь теперь это же никуда не денешь, это же теперь на всю жизнь. Ну, успокойся, Свет. Свет. Здрасте. Зачем звонили? В тюрьму, что ли, пора? Не в этот раз точно. У меня хорошая новость. Потерпевший Владислав Сергеевич Семакин отозвал свое заявление. На него не похоже. Этот потерпевший чуть не убил меня, пока ждал полицию. Сам удивляюсь. Бандитская пуля? Вот верно, косяк не вписался. Угу. А вот скажите мне, Ксения Михайловна, а что вы делаете сегодня вечером? А вы клеитесь ко мне, что ли, товарищ следователь? Я? Нет, я хочу вас взять под опеку. А то, знаете, мало чего еще натворите. Ну, в опекунах я не нуждаюсь. А погулять с вами могу. Серьезно? Пойдемте тогда, вот там вот есть одно симпатичное кафе.
трогай меня. Это ты во всем виновата. Послушай, я понимаю, что тебе тяжело, но мне тоже тяжело. Я отца не оправдываю. Он такой же, как и все мужчины. Они все одинаковые, но ты... А что я? Да что ты? Ты даже не замечаешь, что наша семья уже давно не семья. Тебя интересуют только твои пациенты. Послушай, я врач. Да, конечно. Врач года. Людмила Александровна спешит на помощь. Ну и спеши, а меня оставь в покое. Ксюша. Как ты ненавидишь твои конфеты. Ксюш. Вера. А какое сегодня число? Так у вас календарь же вон на столе стоит. Людмила Александровна, а вы это, ели сегодня? Да нет, что-то не хочется. Не, ну так нельзя. Мы совсем исхудали. А знаете что? Поехали сегодня ко мне. Я пирог испеку, фильм какой-нибудь посмотрим. Да, мне же еще сегодня надо Павла Антоновича навестить. Собаку его забрать. А, ну да, повторный инсульт, я помню, да. Жалко старика. Что вы выписали? На тот свет хотите отправить? Ой, простите, пожалуйста. Сейчас. Сейчас, Владимир Иванович. Какое безобразие жаловаться буду на вас. Дозировку перепутала. А если бы он не заметил? Светочка. Витя? Дорогая. А, привет. Ты давно приехал? Ты как? Ну как, я скучал по тебе очень. Думал. А как твой ремонт? Ну как ремонт? Не могу закончить. Ты же обещал обои выбрать. Помнишь? А, да. Конечно, помню. Это тебе. Слушай. Кое-что изменилось в моей жизни. Да, извини. Я слышал, ты сократила количество полетов. У тебя что-то со здоровьем, да? В общем, я беременна. От другого человека. Это шутка такая, да? Шутка. А зачем? Зачем же ты соглашалась выйти за меня замуж? Ну, надеялась, что смогу его забыть. Вы не вместе. И кто он? Вить, ну какое это имеет значение? Да, действительно, какое это имеет значение? Никакого. Будь счастлива. Света. Борис Евгеньевич. Ну что опять? Вот заявление об уходе. Ну что случилось? А у меня ремонт Корнеева, ну нет, это мне. Борис Евгеньевич, у меня депрессия, я могу навредить пациентам. Ну возьми отпуск за свой счет на 3 недели, Борис, все дела. Борис... Да какая депрессия? У меня тогда что? Да, аккуратненько только. Кажется, все. Люд, подожди, пожалуйста, послушай, я переезжаю, ты больше никогда не увидишь меня. Я прошу тебя, пожалуйста, прости меня.
Ну ты вообще шифровальщик. Чего ж ты мне про операцию-то не сказал? Придумал какие-то гастроли. А я тут сижу, кукую, жду тебя. Ну а зачем лишние волнения людям доставлять? Тем более, что со мной все в порядке, видишь? За что отдельное спасибо твоей маме. Она первая тревогу забила. Я тут, пока тебя не было, кое-что набросала. Ну-ка, покажи, покажи. Ты знаешь, не дурно. Мне кажется, это надо в ритме танго играть. Давай попробуем. Черный кофе вдвоем. Черный кофе вдвоем. Черный кофе вдвоем. На прощание. Слушай, а если с дождем, а не вдвоем? Кофе с дождем? Ну да. Ну, есть кофе с молоком, есть с коньяком, а этот с дождем. Понимаешь, сразу образ появляется. Девушка грустная. Летнее кафе, дождь идет. Она сидит и не замечает, как в чашку падают капли. Ее тоже парень бросил. Ну да. Кто-то пьет водку, чтобы боль заглушить, а кто-то кофе. Черный кофе с дождем. Черный кофе с дождем. На прощание растворяются в нем. Растворяются в нем. В нем. Растворяются в нем. Обещания. У нас с тобой здорово получается. Давай запишем и отправим маме. Я думаю, ей будет приятно. Нет, дед, это без меня. Глупо это дело. Родителей судить. Вот твой отец всю жизнь меня обвинял. Осуждал. И что? Кому-то лучше от этого стало? Давай не будем об этом. Не надо убегать от проблем. Их решать надо. Жизнь вообще сложная штука. Здрасте. Звоню. А ваш абонент, ну, вообще не абонент. Фер. Не прогоните. Заходи. Что это? А там подарочки от бабулечек. Ой, а это кто такой? Это кто такой у нас? Да. Внучка Павла Антоновича отказалась дружка забирать. Так что теперь мы вдвоем живем. Угу. Веселее. Так, подарочки от бабулечек. Раз подарочек. Два подарочек. Три подарочек. Вот. А это я борщ приготовила. Сейчас вас кормить буду. Нет аппетита. Нет аппетита? Ничего, сейчас нагуляем. Капли дождя по щекам и мурашки по коже. Девочка знает, уйдешь и уже навсегда. Так уже было однажды. Тоже с неба настойчиво в кофе просилась вода. Мне нравится. У деда в следующее воскресенье концерт на Горбушке. У меня дебют. Придешь? В следующее воскресенье? Нет, я... В пятницу уезжаю. У меня билет на поезд. Надолго? Ну, совсем. Я же Костромской, у нас там в прокуратуре место освободилось. Да и перспектив у меня там больше. Не молчу. Мне жалко из Москвы-то уезжать. Из Москвы нет. С тобой грустно расставаться. Приедешь ко мне в гости? У деда будут гастроли по Золотому кольцу. С ним поеду.
Я вот что думаю. Думать много вредно. Может, Ксюша права. И я все сама своими руками сделала. Вот поэтому одна и осталась. Во-первых, вы не одна, это раз. Ваши бабульки меня уже замучили. Когда Людмила Александровна к нам вернется? Во-вторых, Ксюша не права. Это два. Просто у вас сердце такое к любой беде чувствительное. Нет, наверное, неправильно я жила. Нет, ну как-то неправильно. Вы же всегда были там, где нужны. Ну разве это неправильно? Именно так надо жить. Вот только не у всех это получается. А Ксюша ваша молодая еще, и поэтому не до конца понимает, какой необыкновенный человек у нее мать. У вас имя-то какое? Людмила. Милая, людям. Добрый день, дамы. Ой, какой сюрприз. Я так давно мечтала с вами познакомиться. Здравствуйте, меня Вера зовут. Очень приятно. Илья Андреевич. Это мне очень приятно. Как наш доктор? Плохо. Хорошо, ваш доктор. Вы лучше скажите, как вы себя чувствуете? Я прекрасно. Повязку сняли, кашли, как не бывало. Хорошо, повязку сняли. Каждые полгода на осмотр, понятно? Ты мне зубы не заговаривай, Люд. Ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Плохо. Дамы, а что вы скажете, если я приглашу вас в театр? Ой, вот я? Я так давно в театре не была. А к оперете как относитесь? Обожаю. Прекрасно, прекрасно. Вы вдвоем сходите, у меня что-то настроения нет. Люда, здесь мы с Верой доктора, а это наше назначение. Вот именно. Людмила Александровна, пойдемте посмотрим ваши наряды. Ой, Вера. Пойдем, пойдем. Любовь такая, глупость большая. Любовь тра-ра-ра-ра-ра, разума любовь. Все это знают и понимают, но все равно... Стойте, 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 стойте. Так, улыбнитесь. Хей-хо! Вера, вы чудо. Боже, спасибо вам огромное, что вы меня вытащили. А помните, как вы сопротивлялись? Да. Знаете что? Что? Илья Андреевич, а вы не могли бы Веру проводить домой? М? Я еще немножко прогулялась бы. А я надеюсь, на этом наш совместный репертуар не заканчивается. Илья Андреевич, с вами не соскучишься. Ну что, по ночной Москве покатаемся? Конечно, будем кататься и петь песни. И петь песни? Обязательно. Да. До встречи. Спасибо. Спасибо. Поедем, красотка, кататься. Давно. Привет! Прекрасно выглядите. Да? Да. Отдых удался? Угу. За физическую форму спасибо. Дружку. Так. Вечерние прогулки, утренние пробежки. Угу. А в духовном плане тебе, Верочка. Так и мне-то за что? Ну а кто ко мне тягу к прекрасному вернул? Ха! Илья Андреевич, кстати... Потом. Можно? Входите! Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Александровна. Спасибо вам огромное. Вы просто подарили новую жизнь нашей семье. Вы, наверное, уже все знаете. Нет, я только первый день из отпуска. Что, неужели? Да. Гену прооперировали, и он теперь ходит. Правда, он на костылях, но у него со временем все получится. Он же у меня чемпион. Передавайте ему огромный привет. Обязательно, но, Людмила Александровна, это все благодаря вам. Он уже ни во что не верил, он никого не слушал. А вас вот, вы просто больше, чем врач. Это вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. До свидания. А вот, а меня, кстати,
Илья Андреевич сегодня на свой концерт пригласил. Да? Ага. Поздравляю. Да. А можно я возьму вот этот букет? Я ему на сцене подарю. Только вместе с конфетами. Да. Вы, наверное, знаете, да, что доктор Самсонова заболела, ее адреса другим врачам передали. Знаю. Так что буду сегодня до ночи по пациентам ходить. А можно я пойду? Пожалуйста, сейчас. Спасибо. Ой. Я не знал, что это твой участок. Это не мой участок. Пропустим. Выходи. Температура есть? У меня градусника нет. Кашель сухой. И одышка. И общее состояние все хуже и хуже. Переохлаждался? 3 дня назад сильно напился. Помню, как упал. Проснулся под утро от холода и понял, что я всю ночь на земле проспал. И часто ты так напиваешься? Первый раз. Ну, что-то так тоскливо стало. Прям жить не хотелось. Хотя и сейчас не хочется. Давай я тебя послушаю. Ты лекарства принимаешь? Никакие, у меня вообще лекарств никаких нет. Ну, а Света что ж? Почему скорую не вызвали? Света? Послушай, ты думаешь, что мы со Светкой? Люд, я тебе клянусь, я ее после того ни разу не видел. Меня это не касается. Поверни спиной. Покашляй. Так, давай градусник. Ой, голова кружится. Держи. Да. Температура 39. И хрипы такие, что я дыхания не слышу. Настаиваю на госпитализации. Лёд, не надо. Руки убери. Алло, скорая, это врач Корнеева. Примите вызов. Да, слушаю. Это вы вызывали скорую для пациента Корнеева? Да, я его лечащий врач. А что случилось? Миша, открой, Миша! 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 Мишка! Миша! Люда, я хотел догнать тебя, я... Сказать хотел. Все хорошо. Миша! Миша! Мама! Что с папой? У него крупозная пневмония. Еле спасли. Как он себя чувствует? Подключен к аппарату ИВЛ. Что это? Искусственная вентиляция легких. Ксюша! Ксюша, туда нельзя. Доченька, все будет хорошо. Все будет.
Как состояние? Просыпался? Да, но ненадолго. Ну что, как он? Все хорошо, спит. Состояние стабильное. Спасибо вам. Что со мной было? Миш, не говори ничего. Тебе надо силы беречь. Для кого? Зачем мне такая жизнь нужна? Без тебя, без Ксюшки. Какой в этом смысл? Миш, не сейчас. Я давно хотел поговорить с тобой. Я даже слова придумал. Правда, не помню уже какие. Зачем они? Лен, мы семья. И вы мои самые близкие. И самые родные люди. Я очень люблю и тебя, и Ксюшку. Я очень перед вами виноват. Я многое понял. Нельзя терять близких. Семья должна быть семьей. Для того и нужны, чтобы понимать и прощать даже тогда, когда это кажется невозможным. Там твой отец. Хочешь поговорить с ним? Итак, репортаж с места событий от следователя Московской прокуратуры Ивана Тишко. По страму, естественно, я не поехал. Уже 2 года встречаюсь с Ксюшей. Митя, посмотри на меня. Для тебя же снимаю, будешь потом сам удивляться, какой мелкий был. Митя – это младший брат Ксюши. О, наши прекрасные мама и папа приехали. Пойдем поздороваемся. Ты ничего не меняешь, Ксюшенька, с ним общаюсь, а я через себя переступить не могу, иди, все. Вань, привет. Привет. Это мама, у которой сейчас в животике живет твоя младшая сестричка. Как мы тут себя вели, а? Отлично. Если бы я хорошо чувствую, значит, бы меня не выписали. Рисовали, играли, он с горки катались. Да? Только поел, что-то ему не важно. Ну ничего, он дома наверстает. Наверстаем дома, наверстаем дома. А вот твоя сердитая старшая сестра Ксюша с дедушкой Ильей. Только по секрету хочу сегодня сделать ей предложение. Ваня, хватит снимать, подержал бы лучше. Давай, только не бей. Помоги, Шучу. Я привет, ребят. Да. Спасибо. Очень
серьезная девица, твоя сестраничка. Сейчас, попозже, ладно? Пока, пират! А, так это ты его научила один глаз завязывать? Ну, это любимые громишки, ко мне претензии все. Ладно, все, пока. Да, да. Предложение сделал. Вить, вообще-то это был секрет. Я потом запись посмотрю. Да, конечно. Вань. Опять? Что, Вань? Я Ваня. Да, Вера Анатольевна. Ну вот. Люд. Что? Что, не помогает? Так, нет, ни в коем случае. Анальгин не пейте. Хорошо, сейчас приеду. Сам разберешься. Ну, все, пойдем. Пойдем, мы опаздываем. Догоним Ваня. Ага. Ну, я успею. Сейчас, сейчас, иду. Тут такая лирика. Все, хватит нас Вань, снимать. Все, не давай, снимай, все. Догоняй их. Все. Миш, Миш, догоняй. Вань, давай быстрее. Иду. Пока. Вань, давай не оставай. Да Вань, иду ну чего ты?